очі окопця іде, край. Та ні ти забуд, душі прокляти в кінця на твоїй стороні. Кратос! Невозможно! Неужели Аид больше не правит в царстве мертвых? Бог подземного мира убит. Убит? Ха! Аид заслужил кару, но я думал, его смерть невозможна. Боги Олимпа слишком самонадеянны. Интересно, я это запомню, спартанец. Ха-ха-ха! Тебе нужна душа Бога, чтобы открыть врата Гипериона, Кратос. Никто не открывал их много столетий, они, видно, сломаны. Я так давно не видел прекрасную... Знаешь, Кратос, я не всегда был таким жестоким. Когда-то я был самым уважаемым мастером на всем Олимпе. Зевс отдал мне в жены прекрасную Афродиту. Моя мать Гера гордилась моим талантом. Но когда ты убил Ареса, вся моя жизнь покатилась под откос. Тогда Зевс стал жестокосердым извергом. Самое ужасное... Он забрал у меня мою дочь, Пандору. Смысл моей жизни... Мои дни проходят в попытках воссоздать ее. Но не могу, никак не могу. Она жива, спартанец. Я чувствую. Ты. Ты, Кратос. Ты можешь вернуть мне ее. Твоя дочь не моя забота. Но ты ведь можешь меня понять. Когда-то и ты был отцом.
Помни о своей цели, Кратос. Тьма накрывает нас. Смерть Зевса — последняя надежда. Слушай меня, Афина. Зевс будет убит. Помочь тебе? Да, дитя, скорее! Я так страдаю! Я пыталась вернуться в битву, но... И не подумаю. Ты знаешь, у меня не было выбора. Ты должен помочь мне! Ты нужна, пока полезна, Гея. Вот и все. Я должна сразиться с Зевсом. Титаны должны разрушить Олимп. Нет! Это моя война, не твоя! Shit!